Вада мышку поймала сегодня, 6 апреля 2018 года, пятница. В комнате где-то она ходила, тут и поймала. А, еще. Видишь, экологически чистый подход. Нигде отравленного нет, ничего. Вот она. Я думаю, как она, паля наша, после болезни-то. А вот как поймала. Пушистый хвост какой у нее, красавица. Мышка дрожит, все. Ну, да что сделаешь, мышка, раз попалась. А мать мышкина думает, куда дочка делась, пошла поиграть, и нету долго. Говорила, не ходи вечером. А у нас уже вечер, 8 часов вечера. Знаешь, она ее как. Кошки, игрушки. Что, Поля мышку поймала? Конечно. А где она ее поймала? Откуда знаю? Я повернулся, она вон, мышка-то дрожит. Вот. Как она? Давайте я поснимаю это у вас. Ну, все. Давай, поснимай нас. Сейчас я тут это... Возьму что-нибудь такое, чтобы ее мышку-то тронуть. Вот она. Ну-ка. Что, я тебя отберу ее, что ли? Так, подожди. О. Вот он. Какой-то. Постой. Паля, Паля, подожди. Паля, ну да покажи, что. Ну, да Паля молодец, да поймала мышку. Ну дай, той, той, той. Ну, а? А? О, палку захватила. Захватила палку одновременно. Вот и вся кротость исчезла. Хвост один торчит. Ой, ой. Ой. Ты не ешь ее, сегодня пост. Да, 2 дня-то потерпи. Вокруг, вокруг. А? А. Ох, аж вся дрожит. Она давно не ловила, давно. Тут болела она была. Ну все, все, все понятно. Да. Что, все, нет? Да, все. Поля. Поля.